и товарищи. Сегодня мне принесли вот такой топор на ремонт. Ручка, здесь проблема с ручкой. Ну, казалось бы, можно было бы ручку новую сделать. Но у меня это как бы ручку, я думаю, с нее можно что-то сделать. Значит, сейчас вот эта ручка с акацией. И, видать, долго лежала где-то. Долго, недолго, но она лежала в воде. А если акация полежит в воде, значит, она рано или поздно сделает вот так, как она сделала. Значит, я сейчас собью топор, намажу здесь хорошо клеем, зажму. Буду ждать, пока оно все склеится. И потом еще для пущей верности вот здесь проверчу потайчик и сюда засандалю саморез. Вот так примерно уже как когда он вот так склеится. Сюда еще для пущей верности саморез. Так, вот так мы намазали. Вот так оно даже выскочило лишнее, но это не беда. Есть тряпки. Это все потом еще будет. Топорище будет краситься. В общем, вытягиваю наши чепочки. Она, естественно, показала вот где лишние. Но мы его вот так. Теперь откручиваю. Тут у нас отщербился кусочек. Значит, мы его вот так, не церемонясь, вот так вот лишнее счешем. Еще сейчас зальем ПВА. Вот так ручку немного. Вот так, я думаю, будет, хватит. Оно сейчас это зайдет. Ну, лишнее мы уберем, а то, что нужно, оставим. О, вот и все. Это все потом можно и сейчас вытереть, а можно и потом. Ну, это уже не суть. Главное, что мы его склеили. Видите? Все, оно склеено. Теперь будем ждать, пока оно схватится. Ручку склеили. Вот так вот. Здесь вот такие вот это самое. Но она будет держаться. Но мы еще сделаем такое дело, чтобы она держалась конкретно. Поверчу вот здесь отверстие. И возьму его на шуруп. Вот такой длинненький. Вот такой. Через все. Так, сюда наверчу вот такой шуруп. Его, я думаю, вполне хватит. Так, стянул шурупами. Жаль, что не нашел мелкой тырсы. Ну, какая уже есть. Значит, беру клей. И вот так. Раз. Так. Еще и сверху так. Он разбежится, куда ему надо. И сюда то же самое. Вот так. Так. Лишнее уберется при помощи наждачной бумаги, когда высохнет хорошо. Все. Так. Так. Ручку покрасил. Жду теперь, пока высохнет. Продолжается передача о топоре. Его сейчас нужно зачистить. Первично буду чистить вот этим. Шморгалкой вот этой. Топорик направил слегка. И еще этот топор не для красоты, а для работы. Но все-таки. Значит, сейчас буду насаживать. Так. Сюда теперь нужно забить вот этот чепок.
Не клинишь, клин. Но его нужно не просто так, а на клей посадить. Значит, обмазываю эту и эту клеем и забиваю туда. Топор заклинил через всю. Видели, клинок посажен на клей. Хороший момент. Хорошо пропитался еще. Теперь по новой ручку запокрашу еще разочек. Но и уже не сегодня, пускай оно просохнет. Все хорошо. Потом еще разочек ручку покрашу. И будет вот такой топор.